У меня нет еды. Да ладно, ты не страшный. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня я свалил с работы, чтобы поснимать Гартона в Банбан. Я такой, типа, все. Пока всем, меня ждет детский сад. Ой, это я про тебя. Здравствуй. Я рад тебя видеть. Сегодня у нас Гартон Банбан 4. Не знаю, насколько он большой, не знаю, насколько он интересный, но ребенок ищет своего ребенка. Время — это важно. Нажми на кнопку, чтобы продвигать время вперед. Кстати, ой-ой-ой-ой-ой, я себе одну штуку запишу. Вот так вот. Давай, часы. Значит, тут появились какие-то кареты. Дверь открылась. Говно. А, это улитка. Блин, сори. Дебил. Она ушла. Ого, там есть глаза. Там видел глаза в темноте. А их не видно. Тут очень напрашивается шутка, которую нельзя даже в пределах Ютуба. Но на Твиче бы за это вообще бы вздернули. Так, значит, в прошлой серии мы с тобой нашли ребенка. Ура! Здравствуй. Блин, какой милый. Я могу? Я собрал ребенка! Ура! Она жива! Тамадаки Чаматаки жива! Кайф! Они просто всех персонажей, видимо, не дают им умереть. Нажми Е. А, ну правильно, они же так же, наверное, воскрешаются, как и я. Они умерли, нажали Е и воскресились. У меня постоянно игра переходит, блин, в полноэкранный режим. Зачем? Я в камерный вхожу. Такое, на побежали, короче. Да-да-да-да-да, нормальное сразу начало, хорошее. Да давай прекращай, черепаха! Ну дал я тебе слизью твоей по щам, ну и что? Напряженка. На самом деле нет. А я не могу больше бежать. Я не могу больше бежать! А нет, я бегу, нормально. Да сколько можно? Она далеко от меня. Тупая. Так, мне не нравится. Где она вообще? Она там? А! Ладно, она там. Я ее увидел. Жесть. Ты не проедешь сюда. Дурында, не залезешь. Ребенок, давай я тебя туда кину. Стой, 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 стой. Это та самая игра, в которой я могу выкинуть ребенка, но мне не дают. Я не буду к тебе подходить, пошел вон, я знаю, ты меня убьешь. Не трясись, я тебя больше не отправлю к ним. Я пытался, мне не дали. Ой, хорошее, бодрое начало. Использую свою игрушку. Какая? Нажми левую кнопку, чтобы использовать свою игрушку. А, вот моя игрушка. А пойдем глаз выколем Тамадаки Чаматаки. Ну-ка давай, сюда. Получай. А, нет, нельзя. Она не хочет. Она не хочет вредить Чаматаки Тамадаки. О, да. Просто пинг. Нормально. Слушай, мне нравится. Значит, в прошлой серии что произошло, если ты забыл? Мы с тобою сбежали от красного демонического Банбана. Мы с тобой увидели стингера, который вселился в нашу голову и создал у нас воспоминания. Стингер нашего ребенка забрал для того, чтобы создать себе возможность сбежать отсюда и стать настоящим мальчиком. Он как Буратино, короче говоря. Не двигайся. Не двигайся. А! Он не может спуститься, потому что высоко. А, вот оно что. Ребенок боится высоты. Но это нереалистично. Дети обычно пытаются головой прыгать вниз с высоты. Дети вообще ищут способ лишь бы помереть побыстрее. Им в этом мире все понятно, и они как бы, да ладно, давай я тебя заберу. Эй! Не понял. Нет! Не забирайте у меня ребенка! В смысле? Я не могу забрать ребенка! Return be the child! Она вам пытается сломать себе шею. Как это мило. Ну ладно, я пошел. Все, давай. Давай, пока.
Налоги за детей платить не буду. Так, мне кажется, сейчас что-то нехорошее будет. Темнота — это всегда плохо. Не понял. А, темнота — это невидимость. Невидимая стена. Чего? Я вообще конченый, что ли? Кто? Не трогай мое тело. Положи, положи, где взял. А я пытался туда пойти, игра мне не дала. Ну, короче, я подошел, на какую-то дуделку нажал, сам себя вырубил. Ты просто дебил. Вот, и в результате меня стащил кто-то. А детенка я своего оставил. Возможно, меня заставят сейчас алименты платить за ребенка, но он не мой. Слушай сюда, ты, бандюган. Шериф! Я знаю, что ты меня не обманешь, ты не потерял сознание. Ты теперь мой заключенный. Ты будешь делать, что я говорю, без каких-либо вопросов, понял меня? Теперь задача у тебя простая. Отвечай, я буду говорить да или нет. Если ты ответишь правильно, тогда ты молодец. Ладно. Ну, если справа это да, слева это нет. Или у него там улыбка. Вопрос один. Кто-то закрыл всех бандитов наверху. Был ли это ты? Это те ведра, которые мы с тобой собирали в прошлой части. Ну да, это был я. Ты потратил много времени кому-то, кому нужно много времени. Спасибо за то, что собрал всех бандитов. Я не буду говорить о том, кто пытался их поймать. Ты когда-нибудь вот с этой хероборой виделся? Ну да, это оживший апельсин, да. Да. Я удивлен, что ты все еще в One Piece. Я Луфи. Ты вот с этой хероборой виделся? Да. Ну, понятно. Еще один вопрос. Я опять наушники неправильно делал. Ты когда-нибудь вот с этой бодягой виделся? Это Джестер, я его знаю, но нет, я не виделся с ним. Только не стреляй, я правда его не видел. Я так и думал. Ты должно быть этажей повыше. А, он внизу. Вопрос еще один. А вот с этой хренью ты виделся? Да, виделся. Оно меня пугает. Еще один вопрос. А давай мы отправим неправильно. Вот с этой шнягой ты виделся? Да это ты. А я отвечу да. Я знаю, что ты наебываешь. Ладно. Сваливай отсюда. А, то есть ответ ни на что не влияет? Ой, ну ты, конечно, да. Додстер. Так, а чё? Трата времени. Ты даже здесь не работаешь. Что ты здесь делаешь вообще так глубоко, партнер? Знаешь что? Идем-ка за мной. Можем поговорить потом. Дверь тут небезопасна. Дверь. Открой дверь! Алло! А. Мне этот звук забавлен. Куда? Подожди! Я не успеваю! Стой! Стой! Жаба! Это Пеппа за Фрог. Ладно, прикольно, они новых персонажей уже вводят, вот это да. Вот это, конечно, да. Добро пожаловать в королевство. Спасибо. Блин, вот это ты, конечно, чмо. Не буду решать, что делать с тобой, партнер. У него часть тела, кстати говоря, вырвана, видишь? Когда мы поговорим с королевой, показывай ей свое уважение. А, это королева Боунсенелия, по-моему, да, она называется? Шш, не разговаривай, ни один, ни другой. Подвезешь меня, бро? Я жабу останавливаю, я не даю жабе пройти. Тогда я жесткий. Ё-моё. Че за же... Над локациями, конечно, они вообще не парились. Фига. Вот это ты чучундра, конечно. Ваше королевство, я перестал и закончил допрос. И как бы ты сказал, насколько он правду говорил? От 1 до 10.
Ноль! Они не говорят. Я думаю, что они с потолка. Ну, с поверхности. Поверхность? Это да, интересно. А что они вообще тут делают? Я боюсь, он не сказал. Я думаю, что знаю. Ужасный родитель другого родителя может за милю увидеть. Я слышал крики и звуки сверху. Ты ищешь своего ребенка? Я боюсь, ты его тут не найдешь. Многие люди пропали и исчезли, когда доходят до сюда. Мы можем помочь тебе добраться повыше, но дай-ка я сначала представлюсь. Это диалоги. Я королева Бунсилия, владелица этого королевства. Это шериф Жабка, защитник и единственный житель этого государства. Я извиняюсь от меня и шерифа за то, что мы были жестоки к тебе. А тебе вот эти химикаты нужны? Мы немножечко на острие нервов. Я надеюсь, ты поймешь меня. А как там лифт вообще работает? Нормально? Не очень. Лифт не работает. Три детали не хватает лифту. А ты знаешь, где эти детали есть? Да. Я должен был взять и собрать их. Часы будут тяжелыми. Но это не твоя битва, родитель. Шериф, иди-ка с родителем и забери все части. Но, королева, я должна вас защищать. Завались. Когда вы все возьмете для лифта, тогда будет помогать мне. Понял? Ты меня понял? Ладно, ты слышал, миледи. Пойдем на станцию, партнер. А я могу тебе, это, под юбку заглянуть, его честь? За ногу тебе. Нельзя. Ладно, ты довольно хорошо справляешься для человека, который ни слова протолкнуть не... О, ребенок! Ха-ха, здорово. Королева многое сказала, но ничего из этого не было хорошей новостью. У нас большие проблемы, партнер. Королева Джестер была жестоким. Неважно, что произошло, мы не должны заставлять королеву смеяться. Иначе нам конец. Королеву не доставляет... А, тут типа битва двух королевств. Набналина, шериф Тодстер, это все вот эти вот. И Нап-Нап, его никто не любит. Вот отсюда мы видели королеву в прошлой серии. В прошлой части. Так, там у нас в больницу. То есть, я так понимаю, это была детская зона здесь, да? То есть, дети играли в королей, королев и так далее. И здесь поселились эти чудики. Слушай, а тебе вообще-то плевать, да? Бегу я за тобой, не бегу. Я, между прочим, ребенка несу. Но выглядит он довольно... неплохо. Могло быть хуже, вот, я так скажу. Так. Три части для лифта разбросаны по трамстанциям. Мы можем использовать эту старую систему, не переживай. Я знаю, что нам нужно два билета на то, чтобы поехать. Два для меня, два для тебя. И два для маленького челика. Должно быть, здесь где-то билеты будут рядом. А, мне билеты идти искать. А ты что делать будешь? Так, у меня есть, кстати говоря, карта. А, это билет. Это кошмар. Это должен быть кошмар. Я был готов, чтобы многое увидеть здесь, но я был очень ошибен. Они говорили, что тренировки будет недостаточно. Я чувствовал, что меня предали. Я чувствовал себя в ужасе. Но никогда не одновременно. Я должен был никогда не ставить свою жизнь в руки моих коллег. Я был оставлен позади, когда они убежали, как трусы. И все, что теперь у меня осталось, это бумажка, чтобы с ней разговаривать. Что это был за звук сверху? И почему эта вещь к нам приближается? Я не знаю, но выглядело оно как летающее лицо. А, мы видели его с тобой в прошлой части. Наша тренировка об этом ничего не говорила. Но также я ничего не слышал о смехе, который приближается ко мне ближе и ближе. Ищется живой или мертвый за миллион банкоинов. Так. А... Я там что-то видел. Ты видел, да? Но если что, назад отодвинь. Увидишь. Так, здрасте. Эй! Тебя разыскивают! Так, ладно, да. А, они все здесь, да? Да. Окей, три.
Мы уже нашли одну, там положили. 4. Вот еще одна вижу. 5. И где-то должна быть 6. Наверное, да? Ну-ка, давай посмотрим. Еще, мне, наверное, нужно еще одну. Ну, они, конечно, добавили вот эти вот мои любимые игры. Типа, собирай мыло какое-то. А, здесь, наверное, да? Ага. Вот оно. Вот оно, родимое. Слушай, ты мог бы хоть чем-нибудь мне помочь, а, жаба? В смысле? А, типа, сам нажми на кнопку. Блять. Ты чё? Не трогай ребенка! All aboard. Все залезаем. А, типа, у каждого свое? Иди в сектор, который обозначен желтым. А почему я первый ехать? Пусть жаба едет первый. Нажимай на кнопку, дура. Нажимай. Ну ты, конечно, тюлень. Все, ладно, у каждого свое. Поехали. Нет? Ладно, я сюда. Да в смысле? А, я выбираю, куда мы едем. Тут ты красавчик, на превьюшечку тебя поставлю. Вот так вот. Да поехали же мы уже. А, я не первый. Знаешь, я понимаю, что ты ничего не понимаешь. Я тоже. Что за бипедальная... это... королева, кенгуру и какая-то жаба. Я здесь... так же брошен был сюда, как будто мусор. У меня не было никакой надежды. У меня не было смысла в жизни. Я был далек от поверхности. Но я был найден и принят в самом страшном своем точке. Тогда я понял, что я буду за королеву навсегда. Я понимаю, что я хочу бороться за нее, потому что хорошие люди заслуживают защиты. Королева заслуживает защиты, потому что она тебя приняла. Жаба, да я тебя тоже бы принял. Я вообще хороший парень. Будь за меня, а? Защищай лучше меня. Так. Feeding сектор. Это называется... а, нет, это вентиляция. Смотри, мы были в housing сектор. Это вентиляция, а мы потом поедем в сектор для кормления. Ты достал? Подождать меня не хочешь, нет? То, где мы находимся, это административная. Вентиляция закрыта. Ничто так неприятно, как улыбки. Расскажи шутку. Нет. Мне сказали, если расскажу, ты помрешь. Ой, то есть мы помрем. Ищется стингер, ищется... ой, нет, это кто? Slow Celine, да? А это какая-то хрень. Ты болезным будешь вообще? Нет когда-нибудь в этой жизни? Так, у меня нет кнопки. Ага, я понял. Так, значит, тебя надо наверх ставить. Какая ты бесполезная жаба! Что-то активировали. А, вот туда, наверное, да? Она вообще, ей тупо впадлу двинуться. Она просто стоит и все. Она не пытается даже помочь мне. Ты что такая бесполезная, жаба? Да, ну давай. Ну, что происходит с ней? Ну, давай. Так я тебя сейчас ударю. Мне показалось, что это сзади. Смотри, у него спина вся порезана. То есть он прям откровенный эксперимент. Так, стой, ребенка надо забрать. Забрать ребенка. Я не могу забрать ребенка. Ребенок, когда забирается, короче, на какую-нибудь поверхность, он слезать не хочет. Гном. А, нет, показался. Шериф. Мы получили инструкции, чтобы бросить все работы над ним. Мы будем... мы боимся, что его поведение никогда не изменится. Мы сообщили поверхности. Но... мы, короче, собрали все доказательства, что он сможет удерживать себя от того, чтобы всех ловить и садить в тюрьму посмертно. Тех, кого он считает бандитами. Он слушает приказы только жителей. Непонятно, кого он считает жителями. Мы считали, что вся банда Банбана — это жители. Он, судя по всему, слушается девятый эксперимент, когда они в одной комнате. Так что мы записываем под записью 134 их разговор. Пока наш шериф, он здесь? Вот. Если эксперимент 6 что-нибудь плохое сделает, то... получается, короче, так, что вот этот вот челик, он первый, который подчиняется хоть кому-нибудь.
А я не хочу сюда, тут темно и страшно. Ну ладно, я не боюсь. Что происходит? Эй! Ты там оставайся и не двигайся. Я пойму, как дверь открыть. Мне это не нравится. Блядь. Я жалкая змея. У тебя есть еда? Нет. Он сказал мне, оставайся на месте, а тут какой-то... Ладно. У меня нет еды. А, да ладно, ты не страшный. А дверь открыть можно? Ты его просто подщечил. Он просто подорвал. На! Это Bitter Giggle, это Джестер. Давайте возьмем нашу часть и уйдем отсюда. Так ты выпусти меня, не хочешь? Конечно, сюжет здесь охрененный. Я могу чувствовать опасность. Если Клювик говорит, значит вредно. Подожди, я знаю моих врагов. За нами охотятся. Эти вентиляции соединены. Они идеальная ловушка. Я уверен, что мы можем сказать, кто из них опасная. Нам нужно понять, как. Мне подсказали уже. Так, я нормально там по записи? Темно немножко, но нормально. По вентиляциям мне нужно, короче, говорить, что безопасно, что нет. А ты не хотел бы пораньше чирикнуть, нет? И... Вот именно. Ладно, родной, давай пока на этом остановимся. Блин, забавно на самом деле. Не знаю, она именно хихишная такая. Она несерьезная. Но благодаря тому, что она несерьезная, она выглядит интересной. Не знаю. Ладно, пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. А я запишу, пожалуй, все подряд. Пока на этом все. Пока. До скорого. Удачи.